Сегодня я хотел бы почитать книжку «Занимательный Мюнхгаузен». Вот она у меня в руках. Эту книжку написал много веков назад немецкий писатель Эрих Распе. В 1927 году на русский язык эту книжку перевел и пересказал наш великий сказочник дедушка Корней Чуковский. В 1994 году мне попалась эта книжка в руки, я решил ее проиллюстрировать. Я ее проиллюстрировал с большим удовольствием, даже где-то я поучаствовал как соавтор Эриха Распе и Корнея Чуковского, дописал одну часть, потому что эта книжка состоит из трех частей: «Мюнхгаузен жил», «Мюнхгаузен жив», «Мюнхгаузен будет жить». Так вот, первую часть, биографическую, написал я. Без ложной скромности, конечно, примазываю свое имя к великим писателям. Но, тем не менее, так получилось, что у книжки три автора. Книжка еще носит подзаголовок «Пособие для начинающих баронов в трех частях». Итак, давайте начнем читать эту замечательную книжку, которая любима многими поколениями прадедушек, дедушек, отцов, внуков, правнуков, праправнуков, ну и также и бабушек, правнучек. История называется «Необыкновенный олень». Впрочем, со мной случались чудеса и почище. Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими сочными вишнями, которые купил по дороге. И вдруг прямо передо мной олень. Стройный, красивый, с огромными ветвистыми рогами. А у меня, как назло, ни одной пули. Олень стоит и преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружье не заряжено. К счастью, у меня осталось еще несколько вишен. И я зарядил ружье вместо пули вишневой косточкой. «Да-да, не смейтесь, обыкновенной вишневой косточкой!» Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновение он скрылся в лесной чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем позабыл об истории с вишневой косточкой. Каково же было мое изумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул великолепный олень, у которого между рогами росло высокое развесистое вишневое дерево. Ах, поверьте мне, это было очень красиво. Стройный олень, и на голове у него стройное дерево. Я сразу догадался, что это дерево выросло из той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей. На этот раз у меня не было недостатка в зарядах. Я прицелился, выстрелил, и олень замертво грохнулся на землю. Таким образом, с одного выстрела я сразу получил и жаркое, и вишневый компот, потому что дерево было покрыто крупными спелыми вишнями. Должен сознаться, что более вкусных вишен я не пробовал за всю свою жизнь.